хочешь получить робуксы? Тогда заходи в мой телеграм-канал Бабка Шоу. Я решил развивать свой телеграм-канал и теперь периодически здесь буду проводить конкурсы на робуксы. Поэтому чем больше участников, тем больше будет призовых мест и тем больше робуксов я буду разыгрывать. А также здесь периодически выходят новости по поводу выхода новых видеороликов и я записываю всякие смешные кружки. А еще подписчики моего телеграм-канала часто видят то, что остается за кадром. Здесь, например, я заранее показывал о том, что буду открывать много Орео. В общем, обязательно подпишись, если хочешь получить робуксы и быть ближе ко мне. Ссылка есть в описании, в закрепленном комментарии, а еще вы сможете по этому QR-коду попасть сразу в мой телеграм. Все, обязательно подпишитесь, погнали к видео. Всем привет, легендарные внучата, вы находитесь на канале Бабка Шоу. В этом видео я расскажу вам, как получить целых 20 бесплатных вещей в Роблоксе. И сделаем мы это сегодня довольно быстро. Ну а перед тем, как вы посмотрите этот видеоролик, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Погнали, легендарные внучата. RBX3 это сайт, где робуксы всегда в наличии, а курс лучше на рынке. Прямо сейчас робуксы там можно купить по курсу 1 рубль 2,5 робукса. Но важно запомнить, что у них поменялась ссылка на сайт, и теперь это rbx3.io. А кто еще не знал, у RBX3 есть свой телеграм-канал, где они постоянно проводят конкурсы на бесплатные робуксы. Переходи на сайт rbx3.io по новой ссылке в закрепленном комментарии. Покупай робуксы выгодно и безопасно только с ними. Сейчас я расскажу вам, как получить две новые бесплатные вещи очень быстро. Для этого вам понадобится зайти в раздел Shop, здесь зайти в раздел Accessories, нажать на вот такие вот три полосочки, и здесь вы увидите Price Range. Нажимаете на кнопку Price Range и ставите в минимуме 0 робуксов и в максимуме 0 робуксов. Нажимаете на кнопку Apply, и тут вы сможете получить две новые бесплатные вещи. Holiday Kabuto Helmet, вот такая вот вещица, и Holiday Kabuto Helmet красного цвета. Обе вещи очень крутые, поэтому вам я их рекомендую забрать себе в инвентарь. Мне лично больше нравится красная, у нее даже есть такая вот анимация в виде каких-то звездочек. Вещи мы забрали, можем переходить к следующим вещам. Второй ивент, в который мы сегодня пойдем, называется Mansion of Wonder. Здесь можно получить еще целых 5 бесплатных вещей. По такому же принципу подходим к лису, нажимаем на кнопочку и начинаем вводить промокоды. Следующий ивент, в который нам с вами нужно зайти, называется Island of Move. Давайте в него заходить, и здесь можно получить еще 6 бесплатных вещей. Когда появляешься здесь, проходишь к роботу, нажимаешь на кнопочку и начинаешь вводить промокоды. Они, кстати, сейчас будут на экране. Четвертый ивент по счету называется Blubbery Clothing Store. Давайте сейчас я расскажу, как здесь получить бесплатную вещь. Ребята, когда появитесь в этой игре, понадобится понизить настройки графики, потому что она ест очень много вашей памяти, и игра будет просто тормозить, если вы не понизите. Теперь вам просто нужно будет проследовать за мной. Здесь вы увидите вот такой вот Blubbery Store, то есть это магазинчик. Пробегаете вперед, поворачиваете налево, и увидите здесь такую вот толпу. К ней нужно будет подбежать, нажать на кнопочку и сфотографироваться. За это вам дадут бесплатную вещь, и я вас поздравляю, она уже у вас в инвентаре. Еще одну бесплатную вещь вы сможете получить в ивенте NASCAR. Давайте я тоже вам покажу, как это сделать. Когда вы появитесь в этом ивенте, все, что вам понадобится, это нажать на кнопку Start Time Trial. Таким образом, вы начнете гонку. Вам в этой гонке понадобится собирать монеты. И мой вам совет, вам просто нужно ехать очень медленно и собирать абсолютно все монеты. Потому что вы можете получить бесплатную вещь за один заезд. То есть просто прям сразу на
начинаете ехать, собираете все монетки, и вам нужно, чтобы на вашем балансе было 3000. Если вдруг вы не смогли за один заезд заработать 3000 монет, то печалиться не стоит, потому что здесь можно побегать по карте и собрать достаточное количество монет. Ну вот, накопили мы с вами 3000, заходите в гараж, здесь выбираете раздел Upgrades, и нужно будет купить каждый апгрейд. Power Boost за 1000, Acceleration за 1000 и топовую скорость за 1000. Итого вы тратите 3000 монет и получаете бейдж. Следующий ивент, в который мы с вами пойдем, чтобы получить еще две бесплатные вещи, называется Allo Sanctuary. Давайте сюда заходить, и я расскажу, как здесь получить вещи. Ну что, друзья, вот я зашел в эту игру, и прямо сейчас я покажу вам местоположение всех 24 шариков, и, соответственно, мы с вами получим прямо сейчас новую бесплатную вещь себе в инвентарь. А точнее, целых две, поэтому просто побежали, покажу, где находятся все эти орбсы. Вот, друзья, мы и получили первую вещь за 12 таких вот орбит. Их нужно собрать 24, чтобы получить еще одну бесплатную вещь. Также нам, друзья, понадобится зайти сюда, но просто так зайти не получится, поэтому смотрите. Идете вот в такой вот магазин, где написано ALO, и тут нам понадобится взять, короче, вот такой мат любого цвета для упражнений. Берете вот, например, зеленый, пойдет, без разницы какой брать, короче. Все, и теперь вы можете попасть в это главное здание. Зачем это надо, вы спросите? Это, друзья, надо для того, чтобы забрать здесь, короче, вот эту вот орбитку одну, то есть оранжевую штуку одну, и нужно забрать здесь внутри. Thank you.
Друзья, последняя орбита спрятана достаточно серьезно, и найти ее не так уж и просто, если вы не знаете, где она лежит. Я знаю, к счастью, и я ее сейчас найду. Достаточно много времени мне понадобилось, чтобы вспомнить, где она находится, и вспомнить, какую я не забирал. Но вот она, друзья. Находится на самом краю карты, вот здесь на отшибе на камне лежит. Забираем и 24 орбиты у нас, и нам дали такую вот куртку. Третий по счету ивент называется 24K Golden Concert Experience. Здесь можно получить еще одну бесплатную вещь. Давайте сюда заходить. Когда вы зайдете в эту игру, все, что вам понадобится сделать, это найти 24 микрофона по всей карте. Сейчас я буду показывать вам местоположение ускоренно и без слов. Когда вы забираете последний микрофон, вот здесь он находится, вы получаете две бесплатные вещи и два бейджа соответственно. Вещи выглядят вот таким образом и получаются очень быстро. Четвертый ивент по счету называется Givenchy Beauty House, еще две бесплатные вещи. Чтобы получить первую вещь в этом ивенте, понадобится найти 10 голубых квадратиков. Окей, после того, как мы это сделали, нам понадобится переместиться на каток, потому что именно там мы сможем получить вторую бесплатную вещь. Все, что нам здесь понадобится, это с правой стороны тапать, когда показывает 0 и тап. Собственно говоря, вот примерно так это делается. 3, 2, 1 и тап. Все. Вот таким вот образом нужно будет набрать 450 очков. Это, друзья, делается всего за пару минут, поэтому у вас все получится сделать, и вы получите две бесплатные вещи. Ну и, друзья, огромнейшее спасибо хотелось бы вам сказать за просмотр этого видеоролика. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Гудбай, легендарные внучата.